Так, друзья, финальный этап. Замазка. Замазываю таким вот сереньким. Сереньким подобрали цветом. Вот, и уже последние штрихи, и наконец-то будет закончено с этой плиткой. А как она мне уже уйдет, вот эта плитка сидит. Вот такая вот мазюка. Последние штрихи и все. Сегодня зашпаклевываю финишем. Вот я затянул сеточку и сейчас вот прохожу финишем. Вот эту нишу, которую у меня плитки не хватило, доштукатуриваю. Ну, я думаю, разок, потом второй. Ну, два, как минимум, я думаю, зашпаклюю и покрасим в белый цвет. Вот, поставим здесь три полочки. Раз, через 30 сантиметров. Мы так посмотрели, чтобы все баночки там эти всякие моющие вставали. Раз полочка. И через 30, ага, ну два, две полочки получается. Будет раз, два, три. Три такие будут полки. Вот так вот. Штукатурю на финиш. Больше, конечно, мне нравится стабил. Пробовал стабилом, он такой более интересно тянется. Ну, у меня есть остатки этого. Вымазываю то, что есть. Еще мне очень нравятся вот эти шпателя. Не знаю, может из-за того, что я привык к нему. Я им очень много штукатурил уже. В основном просто там сетку затягивал по пенопласту такой. Но вот этот шпатель мне больше всего нравится. Первый слой готов. Ждем, пока подсохнет. Нанесем второй. Ну что, друзья, хочу показать вам полуфинал этой саги с душевой. Значит, готово все, кроме потолка, и нету дверей. Пока с дверями тоже мы не определились. Кстати, если кто знает недорогие хорошие двери, можете нам там написать или ссылочку бросить. Вот, будем благодарны. Ищем. Нам нужно вообще 7 дверей в дом. Ну и всех одной масти, скорее всего. В результате у нас пока никаких дверей нету. Такая шторка. Вот. Итак, вот что у меня получилось с вот этой вот нишей, которая превратилась в вот такую вот, значит, такой шкафчик. Вот. В этом шкафчике у нас все моющие, порошки, вот, полотенца, ну, в общем, все всякие принадлежности. Значит, я взял в эпицентре вот такую дверку по размеру, который перекрывает эту нишу, этот проем. Купил обычные завесы, петли, ну, мебельные. Вот. Прямо на дюбеля посадил с одной стороны и сделал выборку обычной стамеской, даже не зарезая там, у меня не было фрезы никакой. Стамеской выколупал, короче, ее и установил. Продается она в деревянном цвете. Я взял обычную водоэмульсионку дешевую. Ну, у меня оставалось там. Просто ее покрасил. Вот, выглядит классно. Купил такую ручечку. И все. Ага. Ну и полочки. Полочки со стекла.
стекло 4 мм. Взял матовое стекло, зашел на стеклорезку, вырезал необходимые размеры. И в Эпике тоже взял вот крепеж, уголочки такие, вот, к стене. И, собственно, сделал три полки, ну и вот четвертая снизу, получилось даже четыре. Вот. Думал, будет три, но я так потом прикинул, четыре, даже лучше. Также сделал такую же полочку со стекла над фильтрами, на такие же уголочки. Вот, фильтра у меня теперь прикрыты. И вот так вот оно смотрится. И доступ есть, и в глаза не бросается. И здесь можно тоже полотенечко поставить, еще что-то поставить. Вот. Ну, пока не загромождаем, так как-то интереснее. Вот. Для белья взяли такую вот по акции коробочку. Ну, собственно, так вот лаконичненько, душевая. Такой вот получился санузел. Так что на этом, пожалуй, все. Кому понравилось видео, поставьте палец вверх. Оставайтесь с нами, у нас еще второй санузел. Еще много чего интересного будем показывать. И, может, это вам будет полезно. Так что, до новых встреч. Пока-пока.